Дамик, ты заканчиваешь? Мы сейчас опоздаем. Да-да, почти закончил. Всем привет, ребята! Сегодня новый влог. Мы с мамой и Дамиком едем в аквапарк. Да, Дамик? Дамик! Дамик, ты что, спишь, что ли? Ребята, что за ерунда? Мам? Мам? Ребят, скажите, что произошло? Ребят, вы это видели? Это же Кэтнап. Это он их усыпил. Что делать-то? Так. Раз он усыпляет всех, значит, его надо усыпить. Точно, у меня есть корм и снотворное. Пойду. Пойду найду. Не заметит. О, упал. Пап, я что, уснул? Дамик? Мам? Ой, господи, что я делаю на полу? Мам? Пап, что я делаю на полу? Что случилось? Ты не поверишь, что было. У нас теперь в комнате спящий Кэтнап. Ой, хватит ерунду городить. Смотри. Да вот Бременских уже по телеку показывают, а вы в кинотеатр ездили. Да? Ну да, прикольный, кстати, фильм. О, пап, давай зарубимся. Давай, прыгай. Ой. Так, мне осталось 2 штуки. Походу, кто-то проиграл. Нифига. Yes, я выиграл! Да. Да ты нечестно играл, ты жульничал. Дамик, ты чё? Ты чё, не слышал? Слышал, что кто-то мухлевал. Да ничего я не мухлевал. Пойду посмотрю. Иди, иди, жулик. Папа! Папа! Это что такое? Прячемся! Давай, прячемся за кровать! Дамик, это что, Кэтнап, Кэтнеп, как там его? Да, я понял. Пап, он кошмар.
Хватай палку, давай. Давай. Сиди, Лили, да. Пап, что делать-то будем? Валить его. Готов? Да. Нюша? Вообще ничего не понимаю. Мам, ты что-то с кактусом? Да что-то он разросся, пересадить его хочу. Понятно. Вот. Вечно таскают, черти что. Мальчики, ну-ка быстро пришли и убрали здесь со стола все, что натаскали. Что ты там все орешь-то, а? Ну сколько можно таскать всякую ерунду домой? Это что за фугас, противогаз, я не пойму. Какой противогаз, какой фугас? Вот, посмотрите! Дамик, это ты притащил? Нет, это не мое. И не мое. Мы не приносили. Но что-то мне это напоминает. Пап, тебе не кажется, что это из третьей главы Poppy Playtime? Может быть. Хватит уже выдумывать ерунду. Ты-то чё киваешь? Какой Poppy Playtime? Убирайте давайте эту гадость отсюда. Не-не-не, я к ней не притронусь. Я тоже это трогать не буду. Так, а ну хватит, чтобы я вернулась, и здесь ее уже не было. Вот тебе надо, ты убирай. Пошли, Дамик, играть. Чё ты сказал? Да-да, сейчас все уберем. Убирать надо. Ой, господи. Ну, молодцы, убрались. Дамик, это ты там? А где маска-то? В смысле? Я думала, это вы ее убрали. Мы ее не трогали.